Центральном парке прошла концертная программа, посвященная крещению. Там выступили народные коллективы Люберецкого дворца культуры, а также хор из Москвы. Мероприятие было организовано в рамках зимнего фестиваля городской среды «Выходи гулять». Пускай морозы, пускай метели, встречаться будем 7 раз в неделю. Народной песней и танцем был согрет морозный праздничный день. В Люберецком центральном парке прошло веселое и зажигательное мероприятие «Крещенские встречи», организованное при поддержке окружного комитета по культуре. Специально для нашего населения мы проводим праздничный концерт «Крещенские встречи». Принимают коллективы фольклорные участие в этом концерте. Ансамбль русской песни «Люберецкие узоры», межэтнический ансамбль «Баярование боярынька» и ведущий творческий коллектив города Москвы «Хор русская песня». Мероприятие организовали в рамках зимнего фестиваля городской среды «Выходи гулять», который будет проходить в скверах и парках городского округа Люберцы вплоть до середины весны. Даниил Михайлов, Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ. Всем привет, я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.